Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отверженности. Еще один совет относительно профилактики духоотверженности. Стройте как можно более широкие взаимоотношения с максимальным количеством людей. Не зацикливайтесь на каком-то одном общении. Если вы хотите, например, быть частью служения прославления, то не думайте, что вы должны стать только частью этого служения. В церкви много служений, много общения, совершенно разные люди. И чем шире вы построите ваше общение, тем менее болезненным будет удар, если в каком-то из сообществ вас начнут отвергать. Очень важно, чтобы вы были человеком общения, человеком, который в обязательном порядке будет участвовать во всем, что Бог открывает вашему сердцу. Самая большая проблема очень многих людей как раз в этом и состоит, что мы зацикливаемся на одной функции, на одном сообществе, на одном типе отношений, и когда они разрушаются, а поверьте, практически все структуры человеческие со временем ветшают и разрушаются, начинает действовать дух отверженности. Чтобы не попасть под его действие, стройте много мостов, много отношений, много общения.